Арби Агуев – человек, боевой дух которого по достоинству оценили бы в Японии. Он брал бои за пару дней до турнира и сражался с тяжеловесами, будучи полусредневесом. В последнее время у него были соперники из его категории, и результаты не заставили себя ждать. Представитель команды Майрбека Тайсумова выиграл 7 из последних 8 поединков, причем все 7 матчей он выигрывал уже в первом раунде. Мурад Абдуллаев, представляющий город Хасавюрт, с помощью победы на этом турнире может выйти на новый профессиональный уровень. Чемпион России и Европы попал на контактному рукопашному бою, чемпион России по панкратиону. Мурад пока еще не познал горечь поражения в своей профессиональной карьере. Этот бой наверняка станет одним из самых серьезных испытаний в карьере обоих спортсменов.